to'g'risida xizmatdoshlari bilan kengashlashib ishlay, umuman ular bilan do'stona munosabatda turadi. Misol uchun Yorug'li Qozonda ijodkor kompozitor Rustam Yakin bilan tig'iz oralashgan ham ishlagan. Когда Сайяровый ездил в Казань, то останавливался у него. И вот как-то в один из приездов Рустем Якин разбудил Сайяровый в 8 утра со словами «Саяр, твой концерт!». Они быстро включили радио, а там 45-минутная музыкальная программа. Тут Якин с удивлением и говорит: «Молодец, Саяр, очень хорошо, но как так? У нас у всех минорная, а у тебя мажорная». Нәршулар, татар күйләре шыннан да күбесенчә минор, моңсу яңғырашға ия. Сайяр абыйның татар музыканың мажор яңғырашын болдыра. Бу бик патлаулы әйбі. Ул вақыт Рустам Якин қарады, нинди яхшы мажор килеп шыққан бе деп композиторға соклануын білдірген. Ну и на этой мажорной ноте предлагаю окунуться в воспоминания, посмотреть, как проходили юбилейные встречи композиторов в разные годы, какие интересные люди приходят прямо в гости и многое другое. Внимание на экран.
управлением талантливого композитора, аранжировщика, мультиинструменталиста, художественного руководителя театра песни Рената Ибрагимова, лауреата международных конкурсов, одним словом, человека оркестра Талгата Хасимова. Инструментальный состав, ударные и перкуссия, Аяс Хасенов. Шулаев 2020 жылда Игорь Бутман белән уртак программа эшләгәннәр. Гомумән аның талантлы төркеме Сәйяр кебек бүлек концертларында бик еш уйный. Тәлгат Хасанов үзе композитор өчен инструменталь альбом яздыруда да катнашкан. Именно поэтому с юбилеем поздравляет вся семья Талгата Хасенова. И в качестве подарка прозвучит вторая премьерная песня нашего вечера «Йолдызыма», где инструментальное соло на виолончели исполнит самый юный член музыкальной семьи Танур Хасенов, студент колледжа имени Елены Кнесиной, совместно с заслуженной артисткой Республики Татарстан Алиной Шеребчановой. Встречайте! Thank you.
Yeah.
Yeah.
Аршанец. Ансамбль, Юштрахе, онын сэндат жетекшісі була. Улмос концерт башында
татар ансамблен уйыштыруға қиялынған була. Хәм бүтін союз профсоюзы жетекшісіне мәрәжәғәт иткәннән соң бұл қиялар тормышқа аша. С ансамблем он гастролировал в республиках Средней Азии, Казахстане, городах Сибири и Урала, Дальнего Востока, ну и, конечно же, Татарстана и Башкортостана. Концертлар ғәр уақыт тулы аншылар білен ұза. Қиял ансамблі қойына барса да, билетлар бір мезгілішіне сотылып біте тұрған болған. Уфада рәттен 19 концерт берілі, Әуіздәксанда 3-5 мін кішілік мәдәния сорайында басарға да ұрын болмайы деп, іске ола гастролері тұрында сәйер алы. В коллективе работали 12 человек. Основную режиссерскую работу вел Ильдар Жигапов. Он ставил номера, учил танцевальным движениям. Потом в коллектив пришли Роза Хабибуллина и Наиля Фатехова. Хазы сәрдәне тағын бір қатынды қиял ансамблінің электрикі солисткісі Роза Хабибуллинына шақырабыз. Баршалығыз! Рәхмәт! Сәйәрі менің ұралы кигемалатып сөзлеріне язған жылы мен яратам. Бик зур рәхмәт, бик зур рәхмәт.
Йоратам деген сезім, мен Йоратам деген сезім. Селема менің сезілеріне. Бағышы. Чынки, Селема менің жылларын, мен жылларын көне, әлі бір тілді жылламады. Мен шоқ көне Селема менің жылларын көйттіріп жылламы. Рәхмет сізге, Селема менің. Келіп шыққандыр менің тұрмышым,
Рәхмәт, Илдар абый Шигаповка, сезгә китердем минем сездә белән таныштырды, һәм менә шуннан минем чын-чынлап иҗат тормышым башланды да инде. Рәхмәт сезгә бик күп, Сәйер абый. Сез Хабибуллин, мин Хабибуллина идем. Шуңа күрә мине гастрольдә вакытта я кызы дип уйлыйдылар, я хатыны дип. Кызы дип әйткәнгә мин бик шатлана идем. Гомер буе Сәйер абый, сез миңа атам кебек якын булдыгыз, мине кайгыртып яшәдегез. Тормышка өйрәтеп яшәдегез. Бик зур рәхмәт сезгә. Башлыйм. Сәйер абый вспоминал, как после выступления ансамбля Ялбы Измайлова весь коллектив шел неузнанным в толпе к метро. Народ нес на плечах магнитофоны, откуда доносились песни, записанные на концерте. И это был настоящий успех. Хыял ансамбль әзер программа белән 1985 елда чыгыш ясый башлый. 91 елда Сәйер Хабибуллин ансамбльдан китү сәбәпле хыял таркала. Әмма Сәйер абый җитәкчелегендәге ансамбль безгә искиткеч талантлы артистларны бүләк итәргә өлгерә. Байхан озын иҗат юлы, искиткеч гүзәл көйләр, күп кырлы музыкаль талант, актив иҗади һәм педагогик эшчәнлек. Гаҗәеп тыйнаклы һәм кешелеклелек, татар музыка сәнгатенә һәм мәдәниәтенә керткән бәйле бетергесез зур өлеш. Сәйер абыйның җырларын татар халкының легендар җырчылары башкаруы үзе бер горурлык. Так есть и будет впредь. Для вас поет заслуженный артист Российской Федерации, народный артист Республики Башкортостан и Республики Татарстан, лауреат государственных премий имени Салавата Юлаева и имени Габдуллы Тукая. Идрис Газиев, под ваши аплодисменты. Oh, yeah.
постепенно подходит к концу. И хочется буквально поклониться и выразить дань огромного уважения Саяру Знатиновичу за глубочайшую душевность, искренность и огромную работу длиной в жизнь. С песней связан один интересный случай. Известно, что в ее основу легла мелодия, написанная под стихи одного французского поэта. Но потом знаменитый татарский поэт, живший в Москве, Ахмед Ерекеев, написал слова к музыке, и родилась всеми любимая песня, которая стала визитной карточкой творчества Саяра Хабибуллина. Комиссия рейса композитор Борис Терентьев была и девятен. Мене ике татар, мене нишек йозарга кирек, гади, лекин нинди темле. Хэм бу темле біз әлі дә туябыз. Тұрмыш темі, мәңгілі хэм шын махаббет темі. Сайрабый, сізге ұлы рахматыбызны білдіребіз. Сізге нық сәлеметлі, ұзын ғымыр, илхам хэм күш куэт тіліміз. Ижат шешмәліз, сойықмасын, сізден яңа матур жырлар күтіп қалабыз. Юбилейіңіз бен сәлемі! Құттыңыз! Thank you.
Мада пла магатан, коронавирус деген сұрпаулар, келіп түштеңізге, нишлерге бей. Алайда деген бек мұншат сізді кірілге. Мәне бүтін біз, мәне бүгін прекрасная встреча была в Ручаткеч. Сызгеда цернер дек, мұншат дейм. Рахмет, рахмет келгенікін, мәне шоу. Нишкадырға енді, кішкенде концерт. Ну, ол бек шынды қадырылы менше. Рахмет бек көпізді. Ну, я надеюсь, блин, главное, что тянула на земле. Пихиазды шуны еще была, эйбе. Блин, они шагали булды. Я надеюсь, на земле тянула и надо. Она сын, ну, кирящая Мишна я увидел, бреки был. Анда, я мэгер, йода Златьява. Шунды мотор сюзлэр, шунды мотор. Ну, бігін болып чекмады. Ну, кем чекте, кире чекте. Алысы да олды, алысы я увидел. Алысы да олды, алысы я увидел. Алысы да увидел, бәкі. Бұл ұрыптан да юбилей. Дорогие друзья, прежде чем поздравлять нашего именинника, мы предлагаем сделать памятную фотографию, а потом уже каждый из вас может подойти и поздравить. Я прошу, пока не нагружать нашего именинника цветами, обязательно сможет каждый подойти и поздравить. Сейчас предлагаю сделать памятную.